Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Стоит ли прощать измену, если про нее говорят, своими глазами не видел? В первую очередь, измена – это травма, и вам необходимо прожить травму, свои чувства, переживания по поводу травмы, боль необходимо прожить. Далее необходимо определить, что вы чувствуете к человеку, какие у вас с ним отношения, потому что измена – это следствие определенных проблем в отношениях. А дальше решить для себя, чего вы хотите, вот, как человек относится к этому, и решать эти самые проблемы. Если измена вас задевает, необходимо понять, как и чем. Есть люди, для которых измена неприемлема с точки зрения ценности. Есть люди, для которых измена болезненна, потому что их задевает. Вторая причина, наверное, является не самым лучшим основанием для того, чтобы завершать отношения. Наконец, прощение не зависит от вашего желания, оно приходит само. Вы либо прощаете, принимаете, понимаете человека, либо нет. Для этого необходимо проживать свои чувства, чтобы как можно лучше и яснее увидеть то, как вы воспринимаете то, что произошло. Сделать это возможно на психотерапии, так будет быстрее, лучше и проще. На этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи, прощайтесь.